чемпион мира в среднем весе по версии WBA Super и WBC, обладатель титула по версии WBA Regular во втором среднем весе, мексиканец Сауль Альварес рассказал, что он не против проведения третьей схватки с экс-чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным, даже невзирая на то, что это противостояние он считает завершенным. «Я хочу участвовать в больших поединках, и не так уж и важно, стоит на кону титул или нет. На данный момент я хочу давать зрителям лучшие поединки. Что касается противостояния с Головкиным, то по моим ощущениям, оно завершилось 15 сентября, ведь я показал, что я лучший. Вместе с тем, у нас получилось устроить два классных поединка. И в этом нет никакого секрета. Если люди хотят видеть третий бой, мы можем его организовать», — сказал Сауль Альварес после боя с Филдингом. Are you built for this?